соединили, значит, прицеп полный сеном с трактором. Значит, прицеп хотел скатываться вниз, но мы его удержали. И сейчас мы его закатываем внутрь дома, в гараж, где они меня принимают гости. Его мать 74 года. Прекрасно говорит по-русски. Смотри, уже скатывается вниз, очень тяжелый прицеп. Его мать, бабушка, прекрасно говорит по-русски, потому что она преподавала русский язык в школе в Югославии. Поэтому у меня сегодня очень интересный опыт местного гостеприимства. Снимаем. Поехали мы куда-то завозить сено. У них там есть козы, скотина. Ну хорошо, хоть не надо его разгружать вручную, это уже хорошо. Айно. У них еще есть одна кошка, которую почему-то бабушка выгоняет на ночь на улицу. Но тут есть старый дом и гараж, то есть ей не холодно. Вот, причем я выяснил, что кошку прогоняют, пыс, это прогоняют, а подзывают миш. Вот такими словами они общаются с котами и кошками. Причем, как я уже говорил в соседних роликах, кошка на местном языке, на сербо-хорватском, называется мачка. Точно так же, как на западноукраинском, то есть у нас в Карпатах. В общем, они такие рады, что меня нашли и пригласили в гости. И сами мне показывают, рассказывают все, я все понимаю. Потому что они кричат, и все, в принципе, все просто. Я уже тут полтора месяца в Югославии. Язык очень простой и похожий. Повезли, значит, туда, в хлев, где живет скотина. Еще у них здесь есть Рено 80-го года, на котором ездил его отец, и которое до сих пор на ходу. Сейчас я вам его покажу. Так, это был когда-то старый туалет. Сейчас он не работает. Так, здесь они вот завезли наконец-то туда, где козы. Сейчас я вам покажу Рено и козы. Вот еще у нас появились новые зрители. Смотрите, они очень внимательно за мной наблюдают. Вот тут, за моей спиной. И там внутри есть еще их очень много. У них борода такая же, как у меня. И там есть еще какая-то скотина, которую он повез это сено. Так, друзья, напишите в комментариях, какая скотина ест сено, потому что я уже забыл. Кого он там кормить собрался? В общем, такое хозяйство. Идем смотреть автомобиль. Вот. Значит, по информации, которую мне удалось выяснить, вроде бы автомобиль еще на ходу. Ему ровно 40 лет, 80-го года выпуска. Раритетный. О, он решил все-таки обновить этот туалет, который я сказал, что он не работает. Оказывается, он еще работает. Вот мой друг. Там делает маленькие дела. Сейчас будем смотреть внимательно на эту машинку. Французка. Называется Франция на местном языке. Германия на местном языке немочка. Что еще смешнее. Этот язык просто можно валяться со смеху. С некоторых слов. Я позже сделаю небольшой лингвистический ролик. Ну такой неплохой. Такой маленький. Автомобиль похоже на какой-то маленький Фиат или с какой-то Жигули, но главное, что большой багажник, пятидверный, то есть типа универсал. Давно стоит, да, ну наверняка он уже слегка не на ходу, но выглядит прикольно, по крайней мере. Да, и забор с колючей проволокой, почему-то тут камни, скалы. Ну, мы находимся на подножии гор, поэтому все выложено таким красивым камнем. Вот, показываю, видите, вот такой забор здесь есть, так? И там вверху вообще везде камни. Все это было сделано руками его отца. Внутри дома есть, значит, бюст деда и фотография отца. А его отец спокойно на этой машине ездил. Вот такие вот дела. Очень интересная история. Только что выяснилось, что одна девочка
в Белграде покончила самоубийством в возрасте 9 лет. А за день до этого в Италии тоже кто-то из детей наложил на себя руки. По соцсети под названием TikTok гуляет какое-то ужасное, как бы это сказать, приложение или какая-то игра очень опасная, которая призывает детей совершать самоубийство. Вот. И в Европе все очень сильно обеспокоены этим. Двое детей два дня подряд просто наложили на себя руки каким-то образом. Это я сегодня выясню, потом вам все расскажу. Потому что бабушка сидит, смотрит новости. Так, впереди много интересного, оставайтесь на связи. Не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и поставить какие-нибудь теплые комментарии. Так, простите за небольшой сбивчивый рассказ, потому что у меня русский уже забылся практически. Увидимся, впереди много интересного. Спасибо за просмотр. В общем, сразу видно, что у людей золотые руки. Все сделано очень красиво. Смотрите, все сделано руками, каменный дом. Вот тачка лежит. Здесь сразу бетономешалка маленькая, прямо по центру кадра. Вот вам еще один какой-то аппарат. Я даже не знаю, что это. Это надо вы... А, это ведь циркулярная пила. Я понял. В общем, в его роду у всех золотые руки. Видно по количеству инструментов и техники. Так, сейчас они потихонечку разгружают это сено. Судя по всему, там внутри коровы. Я уже догадался, наконец-то, о каком скоте идет речь. Вот, посмотрите, какие дороги в сельской местности Черногории. Спокойно гоняют фуры, и их не слышно. Просто скользят по дороге. Так. Вот такой хлев у них, значит, говядина там обитает живая. Сделал я недавно селфи с козлами и с козами. Они на меня посмотрели так внимательно. Мне очень нравится, как здесь оформлено все камушками этими, камнями. Ну, очень красиво. Потому что и недостатка здесь нет в камнях. Они валяются тут везде. И вот так живет черногорское село, деревня, на местном языке село, точно так же, как и на украинском. Сказали мне, что сербы, русские, черногорцы, братья навек, все вместе, воедино, православные и так далее. Ну, они, должен справедливости ради заметить, никакой разницы не делают между русскими и украинцами. Это для них тоже все одно и то же. Да. Главное, что православные, и главное, что Советского Союза. Вот. Причем мне мой друг с другого города сказал, земляк, сказал, что вообще они, некоторые даже, не то что некоторые, большинство из них еще больше даже любят Украину, чем Россию. Вот. Но эти пьяные ругаются постоянно, кричат очень громко. Ну вот домик у нас, да, посмотрите, что такое сельский домик в глуши. Сейчас я вам покажу его, смотрите. Что такое сельский домик? Видите, какой красивый домик? Там, значит, каменный, частями каменный, частями какой-то панельный, монолитный, черепица, крыша. Ну, в общем, все сделано довольно неплохо, так я бы сказал. Очень неплохо. Очень неплохо. А бабуля преподавала, значит, русский язык в школе в Югославии. Причем сказала, дважды была в России, ей очень понравилось. Последний раз она была в 78 году, насколько я выяснил. То есть еще до моего рождения. И сегодня нам предстоит очень интересное общение. Она даже не против, чтобы я ее поснимал. Поэтому, друзья, с вас подписка. Лайк, колокольчик и, конечно, поделиться с друзьями, писать комментарии. Так, я вот все жду, когда они без меня все это разнесут, это все сено, и снимут этот тент. Купил я сегодня пленку вот такую же синюю, на случай дождей, вот. Так что я теперь защищен от плохой погоды, здесь типа свалка какая-то. Вот недавно в одном городе вообще красота. Вот буквально в соседнем городе, в городе Никшич, откуда я выезжал, за окном висело, за окном росло гранатовое дерево, и на подоконнике лежали гранаты. Представляете?
Вот какой замечательный здесь климат. То есть здесь летом и в теплое время года вообще просто потрясающе. Но, как всегда, я самые красивые места посещаю зимой. И только моделирую себе всю эту красоту, предполагая, как она может выглядеть в теплое время года. А, вот такие вот дела. Ну, они хвастаются, говорят, что в 2020 году, то есть год назад, в прошлом году, они наконец-то наслаждались чистой, свободной, пустой страной, побережьем, морем, чистым, свободным от туристов, потому что никто не приехал. И некоторым самым умным людям, которые не зависят от туристического бизнеса, это понравилось. А все остальные, разумеется, страдают, потому что они все очень сильно зависят и подпитываются туристами. А эти пиво попили, только матерятся и ругаются друг на друга. Ну хорошо, что хоть менты отпустили и не оштрафовали, уже хорошо. Наверное, я помог. Они сказали, везут русского журналиста. Сейчас я покажу вам, как они работают. Нет ничего приятнее, как наблюдать, как другие люди работают. Как усте, брате? Никак, Бог, мови добра, мови гала. Поможи Бог. Газда галами, газда, газда. А, хозяин, да? Вот еще одно слово, которое у нас абсолютно идентичное с западноукраинским. Слово «газда» – это наше западноукраинское или карпатское слово. Причем в хлеву есть электричество, видите? То есть там есть свет. Ну, то есть коровы живут как в отеле, как в настоящей Европе. А мы находимся в Европе, здесь даже ходит евро. Сам по профессии он электрик. То есть он мне дал визитку, он продает, значит, у него магазин электрооборудования. Так, ну, наверное, я пойду чуть-чуть помогу, уже самое время. И что приятно, даже автомобильные номера АА, то есть как будто машина киевская. Оставайтесь на связи, впереди много интересного. Спасибо за просмотр. Увидимся на краю света. Видите, без меня работа не идет вообще. В общем, разгрузили мы сено. Эти тюки, как я и догадывался, здесь живут коровы. Но живут они не в этом домике, а вы не поверите, где. Правильно, живут они вообще внизу, вот там, видите? Их можно было слышать по звону. В общем, сделано все настолько гениально и умно, что вот он сейчас прямо им сыпет туда через специальное отверстие сено. Они очень здоровые, я бы так сказал. Их слышно по колокольчикам. Сейчас пойду покажу поближе. Кулько кравица има? Кулько? Седем. Седем кравица. Има быка? Быка? Мали. Мали бык? Мали. Нам реку, нам узнем, само... Седем кравица? Седем кравица, телади. А, един телятин. Телятин, малый бык. Малый бык. А, окей. В общем, есть у нас 7 коров огромных. Вот, смотрите, они... Огроменная, то есть с молоком вообще нет вопросов, да? И сразу сверху можно сыпать, видите? Сразу, там, где мы только что разгружали, где я даже помогал. О, какие рога! Значит, сразу он сыпет им сено в кормушку, и они уже сразу его едят. И это он включил здесь радио. Слышите, да? Значит, можно слушать радио. О, танцует уже. А, вот, здесь тоже есть... Другие буренушки, смотрите. Они проголодались, наверное, бедняги. Причем и камеры видеонаблюдения в селе стоят у них также. Везде, в каждой мастерской, в каждом хлеву стоит радио, приемник. Чтобы вы понимали, как живут крестьяне в Черногории. Вот такой у них хлев. Так, эта дырка просто для освещения. Она закрыта стеклом. Иду, иду, иду. Добрый вечер, говорит нам по радио диктор. Кто-то выходит в прямой эфир на радио. А, здесь он тоже хочет показать. То есть часть кормится там, часть здесь. Иду, 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 сейчас поглядим. Подожди, кто здесь? А, здесь никто не... А, здесь кто-то кормится. Вот там слева. Так, а что тут? Что? А, лепо, лепо, Черногора, лепо! О, я валим Черногора! Черногория на закате, вот так называется эта панорама. Маленький такой серпент, такой поворотик. Идеально ровная дорога в сельской местности.
тарелочки параболические стоят на домах у него. Все хорошо, освещение, камеры видеонаблюдения, 7 коров и маленький теленок мужского пола. Есть один. Добрый вечер. Так, я не прощаюсь. Так, ну и здесь, ну, сам Бог велел наблюдать эту красоту и пить пиво. Пиво Никшицко. Никшицко. А, лепо, лепо, лепо пиво. Я вчера его нюхал, очень вкусно пахнет. Я уже не пью давно. В одном хостеле, рекламирую, хостел называется Европа. Туда принимают, даже угощают пивом. Вот. Которое пахнет очень-очень хорошо. И там оно производится. Вот бабушка стоит, она ждет нас. Меня уже к ней определили, она с радостью меня сегодня принимает. Я вам ее сейчас покажу. Вот она стоит на углу дома. Блин, простите. Вот тут она стоит на углу дома. Простите, забыл свой стабилизатор. Сейчас я вам ее покажу, обозначу. Вот тут она стоит, на этом углу. Местная музыка потрясающая, кстати. Так, тут у нас две коровы едят, одна. Вот это какое-то снаряжение. Иду, иду, иду. Окей. Сейчас он меня приглашает внутрь показать мне свое хозяйство. Ну, чтоб все люди были всегда такими гостеприимными. Друзья, берите пример. Коровы с музыкой едят сено. Я завидую. С музыкой. Музыка. Храна. Лепо, лепо.